Jaya Radha Madhava Kunjabihari Gopijana Valabham Ямуна тирам ганачарим. Джая Радхам Мадхава Кунджа Бихарим. Гопиджана Валабхам Гиривардари. Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана. Ямуна тира ваначарим. Ямуна тира ваначарим. Джая Радха Мадхава Кунджа Бихарим. Гопиджана Валабха Гиривардари. Шоданандана Браджаджана Ранджана Ямуна Тира Ваначарим. Ямуна Тира Ваначарим. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Рама Рама, Харе Харе. Джая Гаура Нитай, Гаура Нитай, Гаура Нитай, Джая Гаура Нитай. Джая Джая Прабхупад, 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 Джая Шрила Прабхупад, Джая Джая Прабхупад, 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 Джая Шрила Прабхупад, Джая Джая Прабхупад, Прабхупад, Прабхупад. Джая Шрила Прабхупад.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Его божественная милость Шрила Джива Госвами Прабхупада Киджай, Гопала Чампу Киджай. Так, дорогие преданные, по милости Шрила Прабхупада, мы получили драгоценный подарок от Ачарья Дева. Такое потрясающее писание, как Гопала Чампу. Мы читаем восьмую главу. Глава называется «Дамодара Лила». На следующее утро пастухи расселись в зале собрания, и Снигдаканта сказал: «Однажды в конце месяца Картики радостная Яшода, укладывая Кришну спать, наблюдала, как он, закрыв дивные, как синие лотосы, глаза, мирно уснул. Нежно погладив сына, она укрыла его одеялом». Тихо сойдя с постели и выйдя из комнаты, Яшода затянула пояс, чтобы заняться по хозяйству, и в ранние утренние часы начала взбивать свой йогурт. В этот день Рухини вместе с Баларамой села в повозку и поехала в дом Упананды по особому приглашению. Пришли любвеобильные слуги довести до конца подготовку к великому празднику в честь Индры, традиционно отмечаемому в семье. Его почитали все люди в начале последнего месяца в году Маргашиша. В то время, когда прибыли служанки, Яшода взбивала йогурт и напевала себе под нос песню, думая о том, что сегодня ее сын спит дольше, чем обычно. Поглощенная мыслями о сыне, она пела о его играх, любуясь красивым личиком Кришны. Шукадева Госвами вспоминал: «Однажды, увидев, что все служанки заняты домашними делами, Яшода сама приняла взбивать йогурт. В это время она вспоминала проделки маленького Кришны, сочиняла песни об этих играх и с удовольствием напевала их». Шримад Бхагаватам 10.9.2. На ее синем подрагивающем саре сверкал драгоценный пояс, а на руках позванивали браслеты. Она взбивала йогурт и смотрела на личико сына, который уже просыпался. Яшода пела: «О Тилака Сими Нандараджи, живешь ты с нами во Врадже, счастьем людей награждаешь, за их благочестие с ними играешь. Деяния дивные твои созерцая, глаза блаженством блистают. Ты праздник даруешь Ананды всем пастухам вместе с Нандой. О царевич Гокулы, убив Путану, ты благо принес нашему стану. Ты разрушил тележку и страх, и черствость в наших сердцах. Погубив Тринаварту, Всевышний вернул нам тебя, о мой Кришна. По двору, о лотосауки, малыш, ты ползаешь, словно глупыш. Ты ползаешь, словно глупыш». Ползаешь. «О добродетели воплощения, взоры всеобщие восхищения, приводят танцы твои игры, а также шутки и шалости хитрые. Еще прекраснее становишься ты, когда хватаешь телят за хвосты. Ты вызываешь у старших веселье, детской жадности и умилением. О Кришна, свою маму, меня, одаривай счастьем всегда. Вечно живи в нашем доме, не зная ни печали, ни горя. Всегда радуй нас забавами милыми и быстрей подрастай, о милый мой. Быстрей подрастай, о милый мой. Показав у себя во рту всю вселенную, ты меня удивил необыкновенно.
Пусть старость и смерть никогда не затронут и не коснутся тебя. Стань, по милости Господа Вишну, источником радости, о мой Кришна. Когда Кришна, океан красоты, проснулся, он сразу же заплакал, поднялся и побежал к маме. Тяжело дыша, он тер глазки и плакал: «Мама, мама!» Услышав, как Яшода взбивает йогурт, Кришна нетвердой походкой направился к ней. Когда Кришна нежными словами любви остановил пахтанье йогурта, вызвав Яшоде материнские чувства, она начала кормить свое дитя молоком. Молоко текло из ее груди, из груди Яшоды, подобно струям муссонного дождя, а Кришна напоминал птицу Чакору, пьющую небесную влагу. Когда Кришна с наслаждением сосал ее грудь, Яшода, вдруг испугавшись, что молоко, закипевшее на плите, убежит, оторвала Кришну от груди и поспешила на кухню в надежде, что сделает дело и быстро вернется к сыну. Матуканда спросил, как произошло, что Яшода оторвала от груди голодного сына, ведь она была безупречным примером материнской любви. Снигдаканта отвечал с улыбкой: «Сначала послушай о том, что Яшода была совершенством любви. Родители Кришны думали, это наш сын, и с равнодушием относились к собственному телу и дому. Брахма сказал следующее относительно всех жителей Браджа и родителей Кришны: «Что ж тогда осталось обитателям Вриндавана, отдавшим тебя все, свои дома, богатства, друзей, близких, тела, детей, сердце и саму жизнь?» Шримад-Бхагаватам 10.14, 35. Поэтому молоко и йогурт, готовящиеся для Кришны, были даже более притягательны, чем Кришна. В этом была особая природа любви Яшоды. Снося любые трудности, она не ведала усталости ради служения Кришне. Она больше думала о сыне, чем о собственном теле и доме. Кришна для нее был центром любви, поэтому она считала, что ее долг – служить Кришне. Кришна также понимал, что отчитывание и наказание Яшоды были лишь проявлением ее премы. Когда обитатели Враджа серчали на Кришну, это усиливало их любовь к нему, как иногда огненная молния вырывается из густой тучи. Мать и сын обоюдно приносили друг другу благо. Когда Яшода побежала снимать с огня молоко, она радостно сказала: «Я поклоняюсь тебе, Аратрикой, но секундочку подожди, я позабочусь о кипящем молоке и быстро вернусь». Пока Яшода бегала на кухню и обратно, одежда, покрывающая ее грудь, промокла от изобилия молока. Но поскольку желание Кришны было не удовлетворено, он очень расстроился. Сжав от негодования пухлые губки, Кришна заплакал. Рассердившись на маму, он разбил горшок камнем, но не притронулся к йогурту. Поэты описывают это так: зубов его белоснежные луны отражали его красные губы, а глаза его, что подобны чакоре, заблестели слезинками вскоре. Показывая силу лотосных рук, с размаху камнем ударив вдруг, он расколол горшок с йогуртом и йогурт оставил нетронутым. Кришна новый праздник открыл, взял ги из горшка и слегка пригубил. Потом горшок тот сквозь дверь протащил, толкнул другую и за собой затворил. Темную кладовку тихо прокрался, под потолок самый смело взобрался.
Масло украл и никем не замеченный убежал, лишь следы были отмечены. Яшода, позаботившись о молоке, убегающем на кухонной плите, сняла его и быстро вернулась к сыну. Зная нрав и поведение своего малыша, она рассердилась и в то же время обрадовалась. Хотя вначале Яшода встревожилась, но послание с небес вызвало у нее улыбку. Личинка пчелы, томимая жаждой, не удовлетворилась медом и потому разбила лотосный бутон. Увидев развитый бутон, вытекший из него мед, пчела полетела к другому лотосу и набрала из него нектар. «Так ты искусно сняла с огня молоко, но твое умение больше прославится, если ты успокоишь гнев сына». Услышав эти слова, Яшода улыбнулась. Заметив следы, испачканные пахтой и указывающие путь кражи, она пошла по ним, не закрывая за собой дверь. Услышав эти слова, Яшода улыбнулась. Заметив следы, испачканные пахтой и указывающие путь кражи, она пошла по ним, не закрывая за собой дверь. Когда Яшода вышла из комнаты и засвидетельствовала проказы сына, она стала выслеживать его и увидела Кришну в страхе, озиравшегося по сторонам. Его бегающий взгляд выдавал его мысли. «Я украл ги, и мама увидит меня. Как мне выдержать ее пристальный взгляд?» Страхи перед Яшодой, глаза Кришны метались от уха до уха, затем опрокинув ступу и усевшись на нее, он принялся кормить обезьян, но глазами неустанно следил, чтобы Яшода вдруг не подкрала сзади. Наблюдая за ним, изумленная Яшода улыбалась и тихо стала подкрадываться, надеясь схватить маленького воришку. Но Кришна, заметив ее, соскочил со ступы и пустился наутек. Известно, что у вора сотни глаз, тогда как у владельца богатства лишь пара. Весьма довольные обезьяны наелись масла, и тут Яшода схватила палку, спрятала ее под одеждой и незаметно крадучись стала приближаться. Однако обезьяны сразу заметили ее и в мгновение ока взобрались на дерево. Тогда обнаруженная Яшода бросилась вдогонку за сыном, на бегу теряя цветы, падающие из ее волос. «Ах ты, сорванец, куда же ты убегаешь?» Очарование Кришны только усилилось от ее расплывчатой улыбки и плача. Яшода пыталась догнать его, но ей это никак не удавалось. Как гряда облаков, плывущая на запад под порывами ветра, ускользает от одинокого облака, так и Кришна убегал от Яшоды. Со всех ног она улепетывал от нее. Со всех ног он улепетывал от нее, надеясь, что мать его не догонит. Но Яшода неотступно преследовала воришку. Когда Гопал бежал без оглядки, она не могла поймать его, но когда он в страхе озирался, у нее появлялась возможность схватить его. Кришна глазами пытался найти путь к спасению и начал плакать, чтобы успокоить гнев матери. Он притворился, будто дрожит от страха, но не мог искупить свое дурное поведение. Когда Яшода настигла Кришну, он попытался покрыть свои испачканные топленым маслом руки пылью. Увидев это, Яшода сказала: «Если ты хочешь воровать в нашем доме, то взгляни на эту палку у меня в руках». Когда ее лотосаокий сын задрожал от страха, услышав эту угрозу, она бросила палку на землю. «Мама, только не бей меня!» Скрывая улыбку, Яшода сказала: «Но ведь вора следует же наказать!» Так началась ссора. «Ах, ты же вор! В роду твоего отца все воры!» Так мать отчитывала сына, укравшего ги.
Кто разбил горшок с йогуртом? Кто раздал обезьянам масло? Это был Верховный Господь. Тот, кто сотворил обезьян, тот и раздал им масло. Я полагаю, ты всегда пробуешь жги, предназначенные для жертвоприношений. После того, как Яшода отругала за воровство своего маленького сына, ее сердце смягчилось. Улыбаясь, но сердито, Яшода сказала: «Признавайся, ведь это же твои проделки!» Испугавшись ее сурового тона, Кришна заплакал: «Когда ты бежала за мной, горшок от удара твоих ножных браслетов разбился. Разве я виноват? Обезьяны по воле Господа забрались к нам в кладовку, и когда они воровали ги, я поймал их. В чем же моя вина, мама? Увидев тебя с палкой, я испугался и, естественно, побежал, а ты подумала, что я вор, и решила несправедливо побить меня». Яшода сказала с сожалением: «О, лучший из воришек, ты еще к тому же и лгун. Хотя ты сын царя Враджа, ты любишь обезьян, и нрав у тебя тоже обезьяне». Испуганный Кришна, чтобы напугать мать, сказал: «Если я обезьяна, тогда я уйду в лес и буду жить там». Яшода встревожилась: «Кто может понять его? Гордый малый сделает это. Я должна связать его, чтобы он никуда не убежал. Пока я одна, я не смогу уделять внимание сыну и управляться с хозяйствами». Яшода сказала: «О, воришка, сбивающий с толку всех своими невинными взглядами, не думай, что ты сможешь обмануть меня. Я свяжу тебя и сама пойду в дом. Если ты показываешь свою силу, то укради еще что-нибудь». Когда Яшода начала связывать Кришну, он так рассердился, что шумно засопел. Кришна сказал: «Рухини, куда ты ушла с Баларамой? Тебя здесь нет, поэтому мама связывает меня. Пожалуйста, быстрее приходи». Так как Рухини была далеко, она не могла услышать призыв Кришны, но на его плач сбежались все соседские женщины, которые прежде ругали его. Они смеялись и подтрунивали над Яшодой. «Ага, теперь он напроказничал и в твоем доме!» И Яшода вспомнила свои прежние пререкания с ними. Не обращая внимания на их издевки, она вынула бечевку из своих волос и начала привязывать Кришну за талию к ступе. Стоящие близ наружной двери, как подручные Шивы, связывали Дакшу, дабы преподать ему урок. Однако веревки, к ее сожалению, не хватало ровно в два пальца. Яшода извлекла другую шелковую веревку из своих волос и связала их вместе, но опять не хватало двух пальцев. Даже когда соседские женщины принесли ей веревку для пахтанья, Яшода не могла связать Кришну. Как облако, обволакивающее гору, не прикасается к ней, так и веревка вокруг талии Кришны не смыкалась ровно на два пальца. Соседские женщины смеялись: «Ах, Яшода, мы же тебе говорили, что он превзошел даже изначального вора Капхалаку». Своим умением сбивать всех с толку он ворует, наслаждаясь краденной пищей. Яшода ответила: «Он родился в неурочное время, поэтому он не отличает хорошее от плохого. Но мне кажется, что вы находитесь под чарами иллюзий, так как внутри настроены против него, но внешне показываете безразличие». Женщины рассмеялись: «Припадая к твоим стопам, мы клянемся, что никакие чары на нас не влияют». Яшода подумала: «По словам Гарги, сила Господа воздействует на моего малыша, и он не ведает, что творит». Снова и снова женщины приносили ей веревки из дома, чтобы связать Кришну, но Яшода не переставала удивляться, когда видела, что веревки
Все время не хватает. Пытаясь связать сына, она не видела конца и края в этих бесконечных усилиях. Пот ручьями струился по ее лицу, а волосы развязались. Как ни старалась Яшода связать Кришну, который являл упорство, ее усилия кончались неудачей, словно под влиянием вредоносных планет. Но когда Кришна увидел, что мама выбилась из сил, но не оставляла попыток, он позволил ей связать себя первыми двумя веревками. Остальные же веревки оказались ненужными. Йога Майя, действуя по желанию Кришны, устроила эту лилу для его матери, показав ей силу иллюзии. Внутренняя энергия Кришны каждый день участвовала в его играх. Связав веревки, Яшода привязала Кришну к ступе. Она решилась на эту жестокость, желая проучить сына, а сама ушла справляться по хозяйству с подругами, которые очень развеселила эта игра. Чтобы за Кришной кто-то присматривал, Яшода оставила рядом с ним мальчиков. Как только женщины ушли, Кришна сразу же прекратил плакать и обрадовался, что даже привязанный к ступе, он может передвигаться с ней. Хотя Кришна был привязан, он играл с мальчиками, они смеялись, и мало-помалу ступа двигалась вместе с ним. Затем Кришна подбил друзей проникнуть в дома женщин, пока их не было дома, и украсть масло, подвешенное в горшках. Но сам не хотел отвязываться от ступы и продолжал радостно волочить ее за собой. И тут Кришна увидел два дерева Ямала Арджуна, растущие неподалеку от деревенских ворот, поскрипывающих от ветра. Медленно Кришна подполз к деревьям. Снигдаканта описывал эту лилу, захотел показать не только могущество Господа, но еще кое-что. Затем Кришна, решив перейти в другое место, пополз между тех деревьев, но расстояние между ними было узким и к тому же с уклоном. Снигдаканта, описывая эту лилу, захотел показать не только могущество Господа, но и еще кое-что. Затем Кришна, решив перейти в другое место, пополз между тех деревьев, но расстояние между ними было узким и к тому же с уклоном. Ступа застряла между двух стволов. Решив проползти между ними, Кришна потянул ступу, волоча ее за собой, и вдруг страшный треск, напоминающий раскаты грома, оглушил все пространство. Все жители Враджа, кроме глухих, содрогнулись. О, что случилось? А это Кришна сломал те деревья, твердые, точно молнии, но не мог разорвать узы любви своей матери, привязавший его к ступе. Поэты прославляют это так. Слава, слава ребенку Гопалу, ему сегодня от мамы попало. Яшода к ступе его привязала, концы веревки еле связала. Нежно на нем звенят бубенцы, будто кричат кукушки, птенцы. Ползая по земле, вызвал он смех и напугал жутким грохотом всех. Когда тянул деревянную ступу,
Его очи забегали, как с перепугу. Шум упавших деревьев оглушил всю округу. От ужасного треска завалившихся деревьев Ямала Арджуна как на целую мухурту. Только мальчики вокруг Кришны понимали, что произошло. Наслаждаясь неповторимой сладостью его игр, они не испугались, но застыли, будто нарисованные на картинке. От ужасного треска завалившихся деревьев Ямала Арджуна в Раджавасе упали в обморок на целую мухурту. Только мальчики вокруг Кришны понимали, что произошло, наслаждаясь неповторимой сладостью его игр. Они не испугались, но застыли, будто нарисованные на картинке. Услышав издалека страшный грохот, жители Враджа крайне встревожились, откуда этот звук, и бросились к тому месту. Прибежав туда в одно и то же время, чрезвычайно встревоженные, они говорили между собой: «Просто невообразимо! Как могли эти деревья завалиться? Ведь не было ни урагана, ни ливня, ни молнии, ни слонов. Кто же мог свалить эти деревья? Ведь здесь нет никого». От этого жуткого шума все попадали в обморок. И тут они заметили рядом с деревьями улыбающегося Кришну. Волоча за собой ступу, он наслаждался забавными играми. Обступив маленького Гопала, они восклицали: «Как же это случилось?» Заметив своего отца, идущего позади, Кришна заплакал. Перепуганный Нанда улыбнулся, желая успокоить малыша, и отвязал его от ступы. Осыпая поцелуями личика сына, он снова и снова спрашивал, что случилось, хотя сразу понял, в чем дело. «Где тот негодник, привязавший тебя к ступе?» Подталкиваемый любовью к отцу, Кришна приник к нему и прошептал на ухо: «Папа, это мама привязала меня». Яшода, оправившись после обморока и раскаиваясь в своем поступке, все рассказала Нанде. Но Нанда не хотел ничего говорить Кришне, пока был с ним. Не зная подробностей, он спросил других мальчиков: «Как все это случилось?» «Кришна, играя с нами, прополз между деревьев и подтянул за собой ступу, но она застряла между ними, и вдруг деревья повалились. И из них вышли два сияющих, словно огонь, человека, украшенные браслетами, коронами, серьгами, и кланялись его во все стороны света. Они прославили Кришну и унеслись по воздуху вон в ту сторону, в северном направлении». Выслушав детей, все собравшиеся с чувством родительской привязанности, включая Нанду, не поверили им. Однако некоторые из них все же пребывали в сомнении. Постепенно, один за другим, люди приходили и присоединялись к Нанде. Прижав к груди Кришну, Нанда пошел к Ямуне совершить ежедневные ритуалы. Омывшись вместе с сыном, он попросил браманов пропеть благодатные молитвы, раздал им богатые дары и вернулся домой к утренней трапезе. А в это время Яшода, несчастная от разлуки с сыном и пристыженная тем, что связала Кришну, не выходила из дому и ни с кем не разговаривала. Когда соседки ушли, Рохини, хлопоча,
Хлопоча по хозяйству в окружении помощниц находилась на кухне. Тем временем Нанда привел Кришну и Балараму в гостиную и вместе с ними вкушал, ведя приятные беседы. Около часа он отдыхал вместе с ними, олицетворяющими высшее блаженство. Сердце Нанды плавилось от счастья, будто он лежал на мягкой постели. Затем, когда коровы вернулись с пастбищ, он пошел в коровник понаблюдать, как их доят. Нанда принес из дома сахар, с ним и были Кришна и Баларама, а также его друзья. Они попили свежего коровьего молока как заменитель грудного, и Нанда учил сыновей писать буквы. Войдя в дом, он встретился с гостями и пригласил их на вечернюю трапезу. Рухини и другие старшие женщины, жемчужины своих семей, желая непрерывного счастья своим сыновьям, сказали: «О царь, Яшода ничего не ест целый день и не разговаривает ни с кем. Глядя на нее, все мы также следуем ее примеру». Нанда с улыбкой печально ответил: «Что мы можем поделать? Ведь после гнева человек раскаивается в содеянном поступке». Со слезами на глазах они молвили: «Ах, она очень мягкая внутри и снаружи. Твои слова ранят ее». Слегка улыбаясь, Нанда спросил сына: «Ты пойдешь к маме?» «Нет, не пойду. Я останусь с тобой», — ответил Кришна. Тогда жены старших братьев Нанды спросили: «А чё же молоко ты будешь пить?» «Я буду пить свежее молоко от коров с сахаром», — сказал Кришна. «А с кем ты будешь играть?» «Я буду играть с папой и приведу брата еще». Нанда спросил: «И ты не пойдешь к маме своего брата?» Кришна сердито ответил со слезами на глазах: «Она бросила меня и ушла». На эти слова Рохини мягко ответила: «О, сынок, почему ты такой жестокий? Ведь твоя мама страдает». Не слушая ее слова, Кришна полными слез глазами посмотрел в лицо Нанде. Чтобы привлечь Кришну, Рохини дала знак Балараме. Баларама подошел к брату и взял его за руку. Кришна отстранил его руку, сел на колени к отцу и обнял его за шею. Смотря в поблескивающие слезами глаза Нанды, и принял у него прибежище. Видя скрытую привязанность Кришны к матери, Нанда поднял руку, как если бы хотел побить Яшоду, вызывая в Кришне любовь к ней. «Сынок, если ты все еще сердишься на нее, мне придется ее побить». Кришна не мог вынести этого и, обхватив руку Нанды, защищая Яшоду, и он обхватил руки Нанды, защищая Яшоду. Снова улыбнувшись, Нанда, показывая великой любви и понимая сердце матери Кришны, сказал: «Сынок, если твоя мама оказалась в таком положении, что ты будешь делать?» Он сказал это с улыбкой, намекая, что она умрет. По своей детской природе Кришна сразу же встревожился за Яшоду, слезы покатились у него по щекам, и он сказал: «Где мама? Где мама? Я хочу к маме!» Встревоженный, он залез на колени Рухини, и когда все смеялись, Рухини, дарующая счастье, взяла Кришну и унесла его в дом. Крепко обнимая Яшоду за шею, он плакал от радости. Она целовала его в голову, как корова целует теленка. С расплавленным сердцем Яшода всхлипывала от рыданий, заставляя всех переживать те же чувства. Яшода успокоила женщин приятными словами, ее лицо озарилось улыбкой. Она выглядела посвежевшей, с румянцем на лице, и накормила сына грудным молоком. А затем вместе с другими женщинами Яшода покормила Кришну и Балараму. Спустя 3 дня после того,
происшествие, Яшода из чувства осторожности не показывалась на глаза Нанди. Но на другой день Кришна по просьбе отца привел ее, держась за подол ее сари. С того дня, когда Кришна был связан с женщиной, в Радже в шутку называли красивого смуглого малыша Дамодарой. Какой поэт в этом мире способен описать величие Яшоды, которую Шукадева Госвами превозносит выше, чем Браму, Шиву и Лакшми? Шукадева Госвами, скитаясь по трем мирам, восхваляет ее. Ни Брама, ни Шива, ни даже богиня Лакшми, лучшая половина Нараны, дарующего освобождение, не могут снискать такую милость, какую получила Яшода. Шримад Бхагаватам 10.9.20. Баларама сказал Кришне с предупреждением: «О, брат, а помнишь, ты сказал, что мы будем жить в большом лесу?» Кришна улыбнулся: «О да, мы будем играть там». Закончив историю, Снигдаканта сказал: «О, царь пастухов, твой сын превратил два дерева в небесных жителей». И все в Раджаваси, радуясь этим описаниям, разошлись по домам. Итак, здесь закончилась 8 глава Гопалачампу, которую Шрила Джива Госвами Прабхупада назвал Дамодара Лила. Спасибо большое, дорогие друзья. Вся слава Шриле Прабхупаде, вся слава Шриле Джива Госвами Прабхупаде, вся слава всем Раджабаси Нитайгора Премананде.